Друзья, всем привет! Вот, решил записать такой небольшой видосик, немножко с вами пообщаться. Сейчас дома сижу, отдыхаю. Сейчас время где-то 10:30 вечера. Вот, сижу просто то в интернете, короче, сижу, то телек смотрю. Вот. Сегодня ходил, гулял с Лизочкой, погуляли с ней там. Вот. Потом пришел домой. И вот сижу сейчас в одиночестве. Немного скучаю. Скоро, друзья, у меня день рождения. Вот. Может, кто помнит, какого числа постоянные подписчики. Но я сейчас не буду говорить, когда оно будет. Ладно, скажу. 13 июня. 13 июня, друзья, у меня день рождения. Даже еще не знаю, как буду отмечать. Может, или со своей девушкой буду отмечать, или ну, дома, или, может, с ней на природу поедем там и с моими родственниками. Там шашлычку пожарим. Возьмем с собой каких-то вкусняшек. Так что, друзья, скоро день рождения. Сегодня у нас 2 июня, а у меня 13-го, через 11 дней. Как бы некоторые относятся к числу 13, что оно такое несчастливое. Вот. А мне кажется, как бы такое нормальное, ничего такого нет в нем. 13, да и 13. Как-то я без предрассудков, не суеверен. Вот, а исполняется мне, друзья, сколько? Догадайтесь. Пока не буду говорить вам сколько. Может, на день рождения скажу, сколько мне исполняется. Могу сказать, что очень много. Очень много. Вы сами посудите, если моей старшей дочери 23 года, тогда примерно можно посчитать, сколько мне лет. Дофига, короче. Вот. Помните, я вам там снимал ролик, рассказывал про то, что ну, у меня есть видеокассета 90-х годов, на которой записана моя свадьба. У меня свадьба была в 95-м году. Это очень давно, 24 года назад. И это, я хотел ее оцифровать, но вот там, где у нас работали, чтобы ну, работало там предприятие, которое там, ну, фирма там, как назвали правильно, которая оцифровывала видеокассеты. Сейчас она закрылась. Я вот не знаю, это где теперь это оцифровать можно. Если как бы найду где, то обязательно оцифрую тогда видеокассету и загружу свою свадьбу. Посмотрите на меня, когда я был молодым. Так что все упирается в том, чтобы найти, где ее оцифровать можно. Блин, выспался нормально, а все равно как-то зеваю. Проснулся сегодня вообще в 12 часов. Ну, как бы поспал довольно-таки много. А все равно, вот, когда поешь, приходишь домой, думаю, уютненько, хорошо, и как-то это начинает в сон клонить. Особенно, если так телевизор работает, там смотришь фильм какой-то там интересный, там, или интересную передачу, и так потихонечку в сон клонит. Вот, и я когда уже собираюсь ложиться спать, я всегда вот телек ну, себе оставляю включенным, смотрю фильмы, вот так незаметно для себя засыпаю. А потом у меня там телевизор стоит на отключение, ну, там такой режим специальный, что он сам отключается через какое-то время. Вот, и телек уже сам отключается, и все. Так что, друзья, такие вот дела. Скоро у меня день рождения. Девушка моя сказала, что она уже купила мне подарок. Ну, какой не говорит. Говорит, это сюрприз. Приеду, узнаешь. Ну, мне интересно, конечно, что это за подарочек.
Ну, дорог не подарок, а внимание. Самое главное, что она уделяет мне внимание, что она выбрала подарок. А уже какой подарок для меня, это не столь важно. Так что не знаю даже, как будем отмечать. Я говорю, или на природу поедем, может, или дома будем отмечать. Еще не решили точно. Посмотрим, поживем, увидим. Вот такие вот дела. Завтра пойду с утра. Мне там кое-какие дела нужно порешать. Ну, мне нужны фотографии. Нужно сфотографироваться. И, ну, для документов, короче, там. И еще в ЖЭК надо сходить. Ну, я не с утра пойду, а как проснусь, короче. Приму душ и потом пойду. Потому что это как бы так не к спеху, и можно сделать эти дела не только с утра, но можно и после обеда их сделать. Вот, друзья. Что вам еще такого интересного рассказать? Чехольчик купил на телефон, видите, какой силиконовый. Он нормально, он от ударов предохраняет. Такой черного цвета, видите, он прям сливается с телефоном. У меня телефон разблокируется по отпечатку пальца. Вот так представляешь палец? Опа, и открылся. Если потом нажимаешь, закрылся. Вот так вот. Вот так вот. Друзья, дела. Что-то как-то сегодня YouTube немножко глючит, это я смотрю. Нажимаешь на это. Как-то немного подтормаживает. Вот, не полностью как бы открывает страницу. Ну, медленно открывает. Не знаю, с чем это связано. Ой, пишут, даже видео временно не отображаются. Повторите попытку позже. Фиг знает, что за фигня. Может, у них опять там какие-то работы профилактические. Как говорят, что у нас хотят с 1 ноября запретить интернет полностью закрыть. Блин, если это произойдет, это будет, конечно, жесть полная. Даже представить себе тяжело, что это будет. Ладно, будем надеяться, что такого не произойдет. Вот. Что вам еще, друзья, рассказать? Что-нибудь такое вкусненькое купить и записать мукбанг с чем-нибудь таким вкусненьким. Только не знаю, чем вас порадовать, что такое приготовить или что такое купить. Чтобы записать такой красочный мукбанг с вкусняшками. Надо подумать, короче. Вот так что. Посмотрим. Что-нибудь придумаю, куплю что-нибудь вкусное. Блин, зеваю, зеваю. Заколебал это зевота уже. Какая пословица еще есть такая. Зевота, зевота. Переходи на Федота. Я слышал еще в детстве такую пословицу. Вот, в общем, друзья, скоро у меня день рождения. 13 июня. Вот. Постараюсь, конечно, тоже записать для вас там свой день рождения, чтобы вы были в курсе событий, видели, как я отмечаю. Вот. Так что это такое вот было видеоразговорное. Хотелось с вами немножко пообщаться. Ну ладно, друзья, спасибо вам огромное, что посмотрели это видео.
Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан, пишите комментарии. Вот, желаю всем счастья, здоровья, всего самого наилучшего. И пусть все ваши мечты сбываются. И пусть удача всегда вам сопутствует. Ну и всем счастливо, всем пока и до новых встреч. Все, пока-пока, друзья. Все, увидимся.